Привет всем любителям игр с дропом вещей в Steam инвентарь. В этом видео расскажу о шуточном веселом батл рояле и как получать здесь вещи. Для начала мы получаем золото, как видите. Золото дают за игру и за получение уровня. За получение уровня также могут давать и скины на персонажа. Здесь мы нажимаем play и играем. Также есть здесь ежедневные задания. Смотрите, 3 ежедневных задания, убить 10 игроков, один раз крутануть слот-машину и сыграть 5 матчей. Одно у меня уже задание выполнено, но сейчас я крутану слот-машину, захожу сюда. Смотрите, здесь у меня огромное количество персонажей, которые можно использовать в бою, но нажимаю слот-машину и за 25 монет я сейчас ее крутану и посмотрим, что мне выпадет. Так, ждем. Ага, мне выпал Растамен. Так, далее здесь добавили эмоции. Эмоции вы можете использовать во время боя. Вот так вот они ставятся. Ну и давайте заберем награды. Сейчас обновится. Вот награда. Здесь я получу 20 монет сейчас. Ждем, прогрузка пройдет. И заберем своих 20 монет. Все, я получил 20 монет. А здесь мне один скин дадут на персонажа. Сейчас посмотрим, какой мне. Гудмен, такой у меня уже есть. Так, и мне осталось убить 8 игроков еще. Ну что, еще остались монетки, еще раз крутану слот машину. Да, друзья, мы напомню или скажу, что все полученные вещи, скины, эмоции не продаются, но они подлежат обмену, так что их можно обменять и на одинаковые ваши дубликаты и использовать в бою. Ну вот, в принципе, основное рассказал. Ну а теперь давайте перейдем в игру и пару боев сыграю. Смотрите, здесь подсказка идет, раскладка клавиатуры. Shift — это используем таблетку для ускорения. Q — кнопка лечимся. Кнопка E — взаимодействуем. Ну, управление идет WASD и кнопкой мышки. Также огромное количество всяких режимов. Обычный, Fast Ring, двойной дамаг, есть бой одними гранатами, X2, ну и так далее. Много всяких режимов. Вот я появился, у меня скин скелета. Так, быка лучше, конечно же, взять, на нем будем быстрее прыгать. И моя задача найти хорошее оружие. Вот, броню я подобрал, тоже очень хорошая вещь. Так, это мне оружие не нравится. Сейчас найду какой-нибудь автомат или пулемет. Так, это тоже не очень удобное оружие, можно самому себя нечаянно выстрелить и взорвать. Огнемет, все это не то, друзья мои, блин. Ох, найти бы что-нибудь хорошенькое. Вот, пожалуй, УЗИ возьму. Мое любимое оружие здесь в этой игре — это, конечно же, автоматы. Вот еще броник был. Ну, в принципе, я как бы залутался. Нет аптечек, конечно, но нужно идти теперь воевать. А, один готов. Вот они еще двое воюют. Так. Второго я убил и третьего. Вы смотрите, как удачно зашел, сразу троих убил. Также с них падают золотые монетки. Так что, когда убиваете противника, собирайте золотые монетки. Они вам будут добавляться после боя для того, чтобы вы брали нового скина на персонажа. Сейчас поменяю быка. О, вот этот вообще, наверное, новенький никто не брал, поэтому лучше этого возьму. Ух ты, еще один. Так, ты куда делся? Иди сюда, дорогой. Ну, тихо, осторожненько. О, какой он прыгучий, не хочет никак со мной сражаться, а? Блин, да сколько ж у него жизни, у него броник был. Все, друзья мои, я убил четвертого и победа за мной. Как видите, буквально сыграл пару минут и уже набил 4 килла и взял первое место. И мне остается, у меня было 2 килла плюс 4, это 6, еще 4 килла мне осталось. Так, вот здесь, смотрите, новый режим. Одни гранаты и двойной дамаг. Но сейчас мы выбрали, проголосовали. Ага, обычный режим, который мне больше всего, конечно, и нравится. Я думаю,
Эту карточку еще сыграю и следующую попробовать в другой режим. Так, так, так. О, нормально, взял сразу. И, как вы успели заметить, монетку я подобрал золотую. Во, я, в принципе, неплохо залутался. Смотрите, броник, все, что нужно для победы, я уже нашел. Ух ты, какой он дерзкий, а. Готов, вот тоже, смотрите, золотая монетка. Уже две монетки плюс тем, что у меня есть в менюшке, нашел. Так, у нас осталось 5 человек еще, да? Где все ребятки? Лё, вы где? Игрушка быстро проходит, точнее, бой быстро проходит, буквально несколько минут. Бои веселые. Ну, игра вообще интересна, не напряжена. Вот видите, таблетку ускорения взял, использовал ее. И смотрите, как быстро ношусь по карте. Так, где стреляют? Тишина. Никого не слышу. А, вот он сзади. О, бык. Еще бы броник мне найти, было бы вообще замечательно. Так, иди сюда. Готов, дружок. Ах ты. Тихо, тихо. Еще один готов. Вот монетка у меня временно заморозил. Сейчас оттаем. И у нас остается 3 человека всего лишь, да? Ох ты, блин, у меня хп мало. Еще монетка. Так, у меня хп вообще практически нет, и мы остались один на один. Ну, здесь я, наверное, сейчас проиграю. Ух ты. Так, гранаты пока меня выручают. Ну, сейчас будет вот это и каюк будет, все, наверное. Так, ну сдаваться не буду, конечно же. Тихо, тихо, тихо. У него дробовик, он мажет. Все, офигенно, смотрите, вторая игра и вторая победа. Сколько я набил? 6 киллов. Вот, в принципе, мое задание убить 10 киллов уже выполнилось. Но давайте последний бой. Я все-таки посмотрю, если будет другой режим, то сыграем. Если этот же, то не будем. Вот, бой на гранатах. Также он, смотрите, с одним ХП есть режим. Ну, посмотрим, что на гранатах. На гранатах мне, конечно, не нравится. Не очень удобно и привычно одними гранатами кидать. О, мне вообще повезло, сразу гранат набрал. Бык. Так, гранат я собрал хорошо уже, 25 штук. Но гранаты это не автоматы, как говорится. Посмотрим, что у меня получится на гранатах. Так, а где все? Вообще тишины никакой. А, вон, кто-то проскакал. Ну что, давайте попробуем с ним теперь посражаться. Ах ты. Но, я же говорю, на гранатах режим не очень удобный. Тут или ты кинешь гранату удачно, или на тебя кинут. Ну, пока я живой остался, это уже еще хорошо. Так, а где он делся-то? Возьму еще гранат. Смотрите, какие веселые прыжки в игре. Ну, не знаю, как вам, мне игра нравится, радует. Она просто расслабляет. Играешь ненапряжно и получаешь от игры удовольствие. Плюс еще красивые вещички в Steam инвентарь. Повторюсь, вещички не продаются, а подлежат только обмену. Так, ну что? А, вон, смотрите, кто-то сам себя даже взорвал гранатой, поэтому... О, и я даже убил одного. Стой, стой, моя золотая монетка. И у нас осталось двое, мы остались. Я и еще кто-то. Блин, вот это самый, конечно, фигово. Кто кого взорвет, как говорится. А, ну мне не повезло в этот раз. Ну, все же один килл был. Так, тогда я, наверное, сейчас буду выходить в меню, подожду прогрузку. И заберу последнюю награду за 10 киллов. В день 3 ежедневных задания появляются. Выполнять их несложно, буквально за полчаса вы выполняете и получаете от 3 до 5 скинов. Вот, смотрите, я получил уровень, получил несколько монеток, и за уровень мне дали 20 золотых монеток. Могут давать также и скин. Ну, крутану слот-машину, посмотрю, что мне здесь выпадет. Надеюсь, что-нибудь выпадет то, что у меня еще нету. О, такого у меня нету человечка. И зайду в ежедневные награды.
получу свою награду. Здесь будет рандомная эмоция одна. О, получил эмоцию, которой у меня нет. Так что, друзья, у кого есть игра, заходите, играйте, получайте удовольствие, получайте вещи в Steam инвентарь. А я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока.